Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Так, забираем с тобой 25 пеньков. Давай сюда мне их. Так, пенек готов прокачаться. Ну, понятное дело, у меня денег не хватает на это все дело. Так, тройной горохострел. Забираем, сколько там у нас? 5 карточек. Окей. Ну, тут его прокачивать и прокачивать еще. Так, ну меня интересуют, естественно, ежедневные сегодняшние события. Так, одну перчатку еще в плюс. А, мы заработали. Все. Так, это я закрываю. Что это у нас такое за... А, вот это фестиваль. Кстати, ох ты. Хм, 8 тысяч монет. Ты знаешь, мне бы пригодились бы. 8 тысяч монет, дай-ка я гляну ивенты. Какой ивент сегодня проходить? Наверное, вот этот Тигерграсс. То есть это тот самый, который у нас разыгрывается. Но сначала, соответственно, ребят, ивент. Конечно же, мой любимый ивент. И здесь у нас Гаргантюаха плюс зомби с колпаками. Ага, Чомпер. На них Чомпера хотите сказать, что ли, я должен тут... Да быть такого не может. Ну ладно, а что сделаешь? Если никого больше не дают. А нет, кукуруза. Если дали кукурузу, это хорошо. Так, захомячил, да? А вот этого заморозим. Супостата. Ну, хомячить-то будешь? Молодец, захомячил. Здесь само собой заморозку. Так, что могу сделать? Вот так, надо сделаем. Опа. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Куда ты? Куда ты, родной, разогнался? А сможет ли он? Давай еще разок. Блин, он не делает то, что я хочу. Дай-ка сюда поставлю его. Еще раз. Не надо здесь этим паршивцам делать. Так, влупляем. Блин, да он достал. Все, мы его сожрали. Захомячим мы этого Гаргантюаху. Тут-то мы, интересно, справимся. Давай сюда вот поставим. Последняя волна. Она только сейчас будет, да, у нас получается. И это плохо. И это плохо, то, что он тут вот стоит. Блин, мне не нравится это. Давай, влупляй. Так, пускай он там стоит его и хомячит. Этого Гаргантюа здорового. Все, разошелся, блин. Так, он же своего мелкого сейчас еще... А, нет, он не успел его кинуть. Все, ребят, прошли мы здесь. Угу, боулинг булт. Так, 2500. Слушай, ну давай тогда еще разочек попробуем, наверное, пробежаться. Если дадут.
Ну что, как мы видим, все прошло без проблем. Рекламку я глянул, соответственно, вторая попытка. Ну, чемпер сразу можно выставлять. Сюда. Что, влупляем, наверное, я так понимаю. Слишком близко их, наверное, поставил, конечно. Слишком быстро, ладно, фиксим. Че, уже, что ли? Что-то как-то быстро. Блин, там уже идет еще следующая волна. Тьфу, влево. Ну куда ты еще своего прищалыгу сюда сбросил мне? Мне здесь он нафиг как бы не нужен. Это плохо, это плохо, ребята, это очень плохо. Хоть он там и заморозился. Эти, видишь, что идут, куда проходят. Да ладно, блин, ты следующий. Что, усложнили, что ли, мне задачу, или что, я не пойму. Так, с этим хламоном мы разобрались. Мощная отрыжка. Это последняя волна, да, получается? Это у нас получается последняя волна. Давай сюда, наверное, поставим. Бросай. В принципе, могу сказать, что все. Победа здесь за нами. Последний зомби остается. Сейчас мы его зафигачим. Отлично. Тут как-то попроще и побыстрее вроде бы прошло. О, Тайгр Грасс, 10 штук. Боулинг Булт. И 1500 монет. Ну что ж, неплохо, как по мне. Ну что, мы с тобой сделали ивент ежедневный, а теперь пойдем смотреть. Так, на огороде у нас там что происходит? Надо глянуть. Забрать все. 4000 монет. Так, подожди, подожди секундочку. 4000 монет в магазине. В магазине, покажите мне. Что у нас есть? Неплохой костюмчик за 4000 монет, но, ребята, мне жалко. Хм, прикольный. Кстати, это диадема Сунь Укуна. Ну, очень похоже на него. А бесплатный-то пак где у нас? Фри пак. Где он? Чё-то я не понял. Эй! Да ну. Чё, отменили, что ли? Да он должен быть. Но я его не вижу. А вот он, ё-моё, да что ж такое-то. Рэй, у тебя вообще со зрением что-то беда какая-то. И все, Санбин. Ага. Инфинат. Пш. Слабенькие наградки, если честно. Очень слабенькие. Так, давай зайдем на огород наш. 1000 монет сверху, да? Получил я. Ну-ка, дайте мне глянуть, что у меня там происходит. Т
Так, надо на поливочку. Где у меня этот? Жужу, ты где? Иди сюда. Так, Жужу, давай вот это вот полей мне в первую очередь. Все, спасибо. Ну, а теперь я пошел делать ежедневки. Так, с ивенты. Но тут один только ивент, ребята, я смотрю, есть. Который, ну, более-менее, хоть пиньету получить. Соответственно, там Тайгер Глаз будет. Так, там Гаргантюна, Книголюб. А что он делает-то? Зачем он рех-то бьет? А, он его освободил. Давай сюда. Блин, ну атака у него, конечно, да, хорошая. Тут не поспоришь, ребят. Так вот, выставим везде. Так, я уже не помню, что он делает именно. А, вот он прыгает, точно. Он выпрыгивает, типа, из засады и начинает атаковать. Блин. Смотри, как шикарно бомбашит. Вообще топ. Есть у него, конечно, время на перезарядку, но это ничего страшного. Психанул, 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 чувак. Да, 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 слышу, слышу знакомые шорохи от здорового Гаргантюа. Так, давай сюда поставим. Ну, здесь победа. Все, ребят, тут однозначно мы победим. Вообще классный тигр, на самом деле. А если его еще и прокачать, я вообще не знаю, ребят, как он будет тут топово наяривать. Видишь, он как бы прячется в кустах. Опа, на что-то мы сделали с тобой. Так, что-то бесплатно, бесплатно. Квест комплит. Замечательно. Так, забираем с тобой один кристалл. Ребята, сегодня вечером, где-то в 8 или в 9 часов, будет новый, как называется, новый сезон в растениях против зомби-герои. Так что будем дальше буститься. Так, ну что, продолжаем, конечно же, наш ивент. Если мы будем чисто на тиграх на этих играть, я считаю, что довольно неплохо мы сегодня поиграем. Ага, фигушки там. А нет, вот, дали, значит, нам... Блин, пират мне этот не нравится. Пират мне этот совсем не нравится, который там стоит. И Спушкин будет своих мелких хлыщей выплевывать, да? Соответственно, блин, Джака мне не дают. Крокодила. Не буду я крокодила брать. Возьму, наверное, солнечный гриб. И возьму лазербина. Вот так вот. Повар Лили, то, что мне дали, но... Не знаю, ребят. Повар Лили, это, конечно, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, нафига она мне нужна-то? Так, последний грибочек мы поставим. Пираты эти еще тут лезут, понимаешь ли. Хорошо, уничтожает тотально, я бы так сказал бы. А ему пофиг, он и, ребята, он и воздушную цель уничтожает. Так что, вообще топ. А как он? Нифига он тут. В ярости он бомбашит, будь здоров. Так, где там пушка?
Вроде слышал звук пушки, но я что-то не успел разглядеть, где она. А он теперь на постоянной, что ли, основе будет, да? Улучшенным. Я так получается, да? Так, летит, куда там собрался? Летит он мне. Да, вообще топово. А что, я не могу? А, он уже улучшенный, все, понял. То есть вот мы улучшаем с тобой, это раз и навсегда получается. По красоте. Просто по красоте, друзья. Вот, в принципе, и все, и хана им. Смотри, как он их рубашит. Вообще изи. Да, я хочу получить себе тайгер глаз, но у нас его нету. То есть его можно заработать, а он у нас не открыт. Так, поехали дальше. Третья миссия у нас тут. Как всегда, наверное, кого-нибудь... Оу, блин, вот почему я ненавижу зиму, ребята? А знаете почему? Потому что тут замораживают. Тут есть заморозка, тут есть... Который снежки бросает, в общем... Понимаешь, да, сам все? Надо кого-то взять из огненных. Кто у нас из огненных очень хороший? В принципе... А, Джака опять нельзя взять. Блин. Ну, серьезно, что ли? Только одного этого дает мне, болгарский перец. Пипец, ладно. А что я могу еще сделать, ребят? Ничего, только болгарский перец поставить. Поехали. Блин, надо было не так сделать чуть-чуть. Ёк-макарёк. Вот так-то надо делать. Чтобы, если что, они хотя бы не замораживались. Кто там летит? Каркуша, ты давай завязывай-то. Так, эти нету пока, которые бросаются комочками там снежными, пока не вижу. А, толкуны пошли. Тут толкуны, которые толкают этих замороженных шитиков несчастных. Давай-ка, наверное, лучше здесь. Так, чувачок дотолкался, да? Тэн-тэн-тэн-тэн-тэн. Давай сюда поставим. Ну, что могу сказать? Топово? Тигры — это топчик. На изи разбирает. Ставим сюда толкателя. Что-то эти солнышки не дают нам достаточное количество солнечной энергии. Так, следующая волна собирается идти. Окей, я готов. Эй, куда сюда еще Гаргантюа мне не хватало, блин. Упс. Так, ребят, здесь беда у нас какая-то прям. Пришлось потратить, конечно, одну газонокосилку. Так, последняя волна.
Идет. Топотун. Где он там? Где Гаргантюа? С какой стороны он будет? Снизу опять, да? А ну-ка. Так, он еще, это растение еще и уменьшает врагов, я так понимаю, да? Это мята. Да, оно, видимо, уменьшает. Все прекрасно получилось. Так, давай сюда денежку. Кстати, мы можем прокачать растение за 10 тысяч, например, монет. Ну что, четвертый этап. На четвертом этапе... Да ладно. Блин, беречь орехи. Хёк, макарёк. Ну вы, конечно, молодцы. Так, тигров нам дали. Понял, нам нужно, кто уничтожает могилу. И все это запретили, да? Всех запретили. Могилоед хотя бы есть у меня? Доступен он? Могилоед есть. Так, а нам надо... Так, что сделать? Лазербин. Стали, заморозка. Не уверен. Джак опять же закрыт. Бомбочки это что ли, я не знаю. Блин, там Гаргантюа будет, друзья. Нет, лазербин, наверное, здесь не понадобится. Скорее всего, надо будет взять... Скорее всего, блин. Улучшим, давай улучшим, наверное. 200 урона. Ну что, поехали. Тут еще, видишь, тут еще клоуны эти дурацкие. Эти шуты гороховые, блин. Так, ладно. Как-то так. Так, нам, наверное, сразу же кого-нибудь надо улучшить. Так, тигров я немножко на опережение сюда, ребят, ставлю. Так, что? Я не понял. А как это ты сюда пробрался? Фига себе, как умудрился пройти. Откуда здесь эти зомби-то взялись? Никак не могу выбиться. Кто их-то перебрасывает ко мне? Давай-давай, бомбаш по ним. По всем этим супостатам. Какая-то гигантская муха залетела, ё-моё. Летает тут, кружит. Откуда, блин? Вообще, я подумал, шмель. Это, оказывается, обычная муха, но гигантская. Так, сколько там еще? Это последний у нас получается, да? Блин, горелый. Там бомбит. Ух. Так, этот тахонорик откуда здесь взялся?
Вот и все. Вот и прошли мы четвертую, как говорится, часть от этого ивента. И теперь переходим к последней, к заключительной. Сразу же, без раздумья, переходим и смотрим. Давай, 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 Ромашка. Блин. Я вижу, тут у нас этот с пеньками идет. Значит, нам нужна будет либо шипастая ловушка, которую нам не дают. Погоди, а если они мне не дают, а как я... Нет, есть, есть. Шипастая лужайка. Это против этих, хотя лучше вот так, наверное, сделать. Кто еще нам пригодится? Так, наверное, сделать. Там еще на шариках летают. Летающие будут, да? На шариках. Че, я не знаю, наверное, вот этот подсолнук. И плюс. О, тут и бег... Ох, ё-моё, там и бегающие будут. Там этот и осьминог. Ёк-макарёк. Так, тогда вот так, наверное, лучше сделать. Да. Там и пираты, блин. Там и пираты со своими попугаями. Тоже не есть хорошо. Ну что ж, шипастые лужайки для начала. О-о-о-о-о, бежит, 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 ребят. А вон и чудик вышел. Шипастые лужайки надо вставлять обязательно. Так, он же бомбит, по-моему, воздушный. Да, он воздушный. Блин! Твою налево, этот появился. Да завязывайте, давайте уже тут. Разошлись, я смотрю. А этот все перебрасывает, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какая-то... Какая-то взбучка тут идет. Бомбим. Бомбим. Блин, сейчас волной, волной будет фигачить. Ё-моё. Да завязывай давай. Чепушила ты нечестная, а? Давайте, тигры, бомбите их. Так, еще одного поставим. И шипы под него. Все, все, ребятушки, прошли. Замечательно. Ну что, сколько они мне дадут? 50 тигров или сколько? Дайте 250, а? Пожалуйста. Давай проверим, сколько. 50, ребята. А, нет, тут 50 этих будет. Семян, блин. Точно. Это не говорит, что тебе именно 50 карточек на тигра дадут. Обидно.
Нет, они дают разносол мне. Эндуриан этот. И это последний у нас получается, да? Споры гриб. Да, я-то думал, сейчас мы с тобой заработаем. Заработали. Держи карман шире. Так, что если я зайду вот сюда и посмотрю? Насколько? 80 энергии есть. 8000 хочется получить монет. Горохострел, это ты, друг мой? Да, извини, но я немножко отвлечен, потому что у меня мало времени остается на ивент. Да, давай-ка мы быстренько с тобой пройдем раз и навсегда. Ну, давайте пройдем. Ай, смешно. Так, ну что, я не знаю, ребята, что это за клоуны. Я вижу, что это зомби. Но что они делать будут, пока без понятия. Поэтому давай-ка. Так, побольше взрывных. Я не знаю, там, что вот эти вот охламоны делают. Фиг его знает. Двойной подсолнух я возьму. Так, что мне еще? Ну, давай возьмем, наверное, жабу солнечную. На всякий случай, для перекрытия. Давай так сделаем. Ну, в принципе, наверное, и все, пока. Ой-ой-ой, против могил-то я ничего не взял. Макарек. Так, спасибо, начало положено. Будем сейчас смотреть, что они тут делают. Ну, слушай, они довольно легкие. Разбираются с полтычка. Пока я никаких проблем тут вообще не вижу. Вообще ни с чем. Но это первый этап, поэтому сам понимаешь. Дальше может только усложниться все. Тут, наверное, можно даже ускориться, мне кажется. Так, это все забираем. Все. Пока, ребята, изи. Переходим на второй этап. Нам сколько мы? 8 этапов можем максимум сегодня пройти. Так, это, похоже, какие-то летающие зомби. Ого. На ходулях. Слушай, они, возможно, могут что-то перепрыгивать. Возможно, могут что-то перепрыгивать. А возможно, они ничего не могут перепрыгивать. Посмотрим. Так. Может быть, все-таки какое-то растение взять, которое у нас бьет по воздушным целям. А кто у нас бьет по воздушным целям? У нас есть только, который сдувает воздушные цели. Блин. Ну, давай так вот попробуем. Так, ну что, Джека, наверное, в первую очередь поставим. Или как, вот так, наверное, лучше. Поджарили чудика. Пока все хорошо. Так, ага, мы ему ноги подкашиваем, он еще и падает. Вот оно что значит.
Он еще и падает у нас. Джек вообще круто бомбит, да? Джек тыква. Ну, давай еще бомбанем. Все, в принципе, прошли, ребят. Сразу следующий берем. Сразу же. Святой Орешек, солнышко, это ты? А ты знаешь, что эти зомби живут в цирке? О, да неужели? Ну, мы готовы ко всему, ведь правда? Так точно. Живут в цирке или сбежали из цирка, но это не имеет значения, короче. Сейчас они будут у нас получать по полной программе. Так, Джек. Сделаем так, так, так. И... возьмем грибок солнечный, соответственно. Сделаем так. И последний, это будет солнечная жаба. Все равно я заметил, здесь никаких, в принципе, проблем нету. Никакой сложности на данный момент. Поэтому что-то здесь выдумать какую-то тактику, я не вижу, ребята, в этом смысла. Муха, иди отсюда! Летает, блин. Да! Еще садится на меня, а? Посмотри на нее. Так, ну вот это вот, вот зачем эту сюда гадость вызвали? Она мне здесь нафиг не нужна. Блин. Так, ну-ка давай взрывным. Ты посмотри, а. Ты гляди-ка, идет, 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 ребят. Сейчас первая моя это сработает. Скажи, я скажу. Газонокосилка. А что такая проблема, извините меня, с солнышком? Я не пойму. Действительно проблема с солнцем, прикинь? Зашибись. Грибочки вроде стоят, все есть, а солнце просто к нам не идет. Все, последняя волна. Последняя волна. Съешь его. Ну что, ребята, еще чуть-чуть и получим 8000 монет. Блин. Не люблю такие вот уровни, где надо управлять. Кто? Слушай, это, по-моему, огнеплюй. Похож на него, видишь, там пламя. То есть зомби-факир какой-то. А что ты смеешься? Так оно, скорее всего, и есть. Зомби-факир. Ладно. Зомби-факир. Так, 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 что у нас там еще? Что можно еще? Наверное, солнечный гриб и... и вот так вот. Поехали. Блин, его не поставить никуда еще, а? Смотри. Ну куда ты идешь, а? Бедолага. Пока все хорошо. Так, давай-ка там вот сверху почему-то. Блин,
Бомб-гранат. Вот и последняя волна пошла. И я готов. Ну что, в принципе, все, последний зомбик, ребята. И мы прошли с вами 4-й уровень. Проходим 5-й, и 8000 монет у нас будет в кармане. А что это вы сюда поставили? Холодного дракона. Ох ты, нифига, Гаргантюа новый, как у смотри-ка. Сколько у него там? 1000 ЛБ. Это сколько получается? 1000 ЛБ. 500 килограмм, что ли? Хорош парень, 500 килограммовый этот. Блин, ты завязывай давай. Такой штукой бомбанешь по моим растениям, им кранты сразу же будут. Так, ну что, давай, наверное, солнечный гриб поставим и... вот так вот сделаем. Давай сюда вот так влепим. Почему-то я так и думал, что это все-таки... ребята, огнеплю несчастный. Ну-ка, на. Побольше джеков ставить надо. А что они там замороженные были? Эти трупаки сейчас взорвутся. Нет. Не надо, блин. Ага. Че, Агата? Успеет он уничтожить, как ты думаешь? Чего-то, блин, не хватает. Ты что творит, а? Лишь вот ты сюда прешь, а? На тебе вкусняшку. Все, ребят, шикарно. Прошли. Ну что, забираем наши 8000 монет. А тут что у нас получается? Раз, два, три. А мне в любом случае не хватит, ребята, энергии. Так, а тут даже непонятно, сколько получишь тигров. Вот этих вот. Поехали. У нас еще 3 попытки есть. Ну, до второй награды даже не успеем мы добежать, к сожалению. Хотелось бы, но не получится. Ух ты. А, подсолнышек. Это твоя последняя битва. Да ладно, успокойся, зомбос. Давай, иди ко мне, сыграем лицом к лицу. Да что ты говоришь? Эта лужайка будет моей. Не спеши, парнишка. Давай-ка вначале посмотрим, кто победит. Давай посмотрим, кто победит. Опять этот здоровяк тут. Сейчас мы, друзья мои, все сделаем как надо. Так, солнечный, где у меня этот? Вот. Так-так. Орешек. А, погоди-ка. Вот. Погнали. Так,
Я уже забыл, что они делают, если честно. Ага, шарики вот так вот мы выставляем, да? То есть мы можем тут все этими шариками запрудить. И все будет топчик у нас. Да ёпарасоте, блин, уже идет. Огонь, артиллерия. Сейчас гриб полетит гигантский. Гриб Армагеддон. Что ты даже не долетел, блин? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, это что-то... Пошло все, блин, не по плану. Не так, как я хотел. Фух. Ты понял, эти чувачки, которые идут, типа близнецы, да? Когда взрываются они, из них вылетает еще два. Два бесенка. Поэтому их подпускать близко сюда к базе, ну, как бы не рекомендую. Я там шарманщик. Слушай, дайте мне моего этого. Так, где же он? Вот, против могил самое то. Пам-пам-пам. Кто там у нас? Кто нам нужен-то еще? Ну, солнечный гриб, это понятное дело. Так, и... Все, поехали. А этих нельзя потерять нам. Ну-ка. Замечательно. Только их имячим одного за другим. Нет, ничегошеньки пока. Надо их откидывать назад, этих зомби. Блин, какая-то проблема, вот действительно проблема именно с солнцем. Просто огромные проблемы. Все? Так быстро? Что-то только разыгрался. Уже все, ребята, ивент пройден. Так, последняя попытка. Поехали. Так, орешек. А ты не видел горохострела? Да, что тебе нужно, солнышко? Так, ты знаешь, что у мистера Замбоса есть злобный план? И я хочу его раскрыть. Или помешать ему реализовать этот план, ну, неважно. Такс, ё-моё. Ну чё, давай, наверное, раз-два. Где мой этот? Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. Так, блин, я не взял этот, который нам дает буст. Ёпарасоте. Буст, который не дает нам. Забыл я его взять, забыл, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, мне даже...
Ну где солнце-то, твою? Придется так делать, ребят. Идут, ладно, фиг с ним, с этими. Ничего я сделать не смогу. Хотя, подожди, смогу. Успел я их шарахнуть все-таки на дорожку. Да блин, а этого-то ты будешь бомбить или нет? Не хочет он его бомбить, блин. Пиздец какой-то просто. Так, не, пока не будем применять. Так, этот опять снизу прет, а? Блин, у меня же все перебор. Замечательно. Гаргантюак тут не будет, я так понимаю, да? Нет, походу здесь не будет никаких гаргантюак. Нам выгоднее, наверное, сделать вот так. Сразу прокачать этот гриб. Ну-ка. Заморозочку, правильно. Все. Фантомные такие тыковки. Ну что вы, трупики, падайте уже. Они что, даже не поняли, да, что они уже дохлецы. Ну вот, ребят, нам не хватает буквально чуть-чуть нам не хватает, чтобы пройти до вот этой пиньяты. Жаль, конечно. Но я-то ничего поделать не могу. Хотелось бы на арене поиграть. Ну, я не знаю, ребят, может быть, в следующий. Прикинь, я пришел в железную лигу. Удивительно. Был в кирпичной, пришел в железную. Кстати, 14 тысяч монет у меня. Да ладно, кукурузка, ты готова прокачаться? Серьезно, что ли? Давай. Вот, кукурузка прокачалась. 20 тысяч пенек хочет, чтобы прокачать его. Тут 10 тысяч. Тут 10 тысяч. Ты сколько? 2500, ладно, давай. Хотя, ребята, им не любитель пользуются. Я вообще не понял, честно говоря, его прикола. Блин, вот кого надо было качать. Ну что, друзья, на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.